Здравствуйте, дорогие телезрители! Школа красоты и успеха Fashion Fox, а также я, Мирослава, приглашаем вас стать участниками телевизионной программы. Будьте красивыми, и тогда мир станет прекрасным. Наша программа – это школа по телевизору. Учитесь, дети, учитесь, мамы, папы, бабушки и дедушки. Учитесь быть красивыми, ведь красота спасет мир, если красивых людей будет много. Смотрите наши телевизионные уроки. В нашей школе вас научат красиво ходить на каблуках и без. Гимнастика и бег по спецпрограмме приятно изменят вашу фигуру. Вы станете стройней и увереннее в себе. Вместе с нами вы научитесь танцевать, правильно делать мейкап. Вы узнаете многое о моде, познакомитесь с известными фотографами, модными салонами, моделями, дизайнерами. Дорогие телезрители, мы ждем вас в нашей телевизионной школе. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы стать актрисой. Я ее обязательно стану, и даже знаменитой. Я знаю, что это непросто, но в школе Fashion Facts учат всему, что необходимо для начинающего артиста. Здесь преподают танец, актерское мастерство, речь, мейкап, моделинг и многое-многое другое. Или вот как стать телевизионной ведущей. Правда, Марина? Правда, Вика. А как ты думаешь, какой самый любимый предмет девочек, которая учится в школе Fashion Facts? Так пошли в школу и спросим самих девочек, которые уже там занимаются. Если любой солдат мечтает стать генералом, то будьте уверены, любая девочка мечтает стать актрисой или, по крайней мере, моделью. Да это и понятно. Слава, деньги, красивая жизнь. Впрочем, чтобы дойти до красивой жизни, надо очень много потрудиться. Но с чего начать? Итак, вы серьезно задумываетесь о творческой карьере. Хотя вы еще не определились, кем вы хотите стать. Актрисой, певицей, моделью, а может быть даже балериной. Как бы то ни было, начните со школы Fashion Fox 21. Fashion Fox 21 поможет раскрыть вам любой, даже очень глубоко скрытый талант. Девчонки, скажите, почему вам нравится сходить в школу Fashion Fox? Я люблю ходить в школу Fashion Fox, потому что я люблю много... Внимание! А я с Иркой и Мартой люблю Fashion Fox, потому что здесь красно... Вот отсюда, с этого светлого и уютного помещения, где проходят занятия школы Fashion Fox 21, и начинается тернистый путь превращения Золушки в прекрасную принцессу. Не верите? Убедитесь сами. Два, а цены, ну, и я.
сейчас мы хотим вам показать урок по актерскому мастерству. Это будет самый обыкновенный урок, но в чем необычность этого обыкновенного урока? В основу его положена методика, общепринятая в профессиональных вузах по подготовке актеров, но адаптированная под задачи, которые ставит перед собой школа Fashion Fox. Эти девочки, которые вот сейчас будут принимать участие в уроке, не обязательно станут актрисами, но кто-то из них может захочет стать певицей, кто-то топ-моделью. И на данном этапе мы пытаемся освоить элементы актерского мастерства, которые в первую очередь включают раскрепощение, чувство формы, некоторые элементы по сценической речи и внимание и общению с партнером. Пожалуйста, приглашаем вас на наш урок. Так, все, встали все в шахматном порядке. Пожалуйста, чуть-чуть подальше, да, второй ряд. Так, хорошо. Потянулись. Хорошо, хорошо, потянулись. Плечи потянулись, спины, руки, шеи, да, в разном направлении потянулись. Все, хорошо, сбросили все напряжение. И по хлопочку. Напряглись в любой абсолютно позе. По второму хлопочку расслабились и постояли чуть-чуть. Почувствовали, как теплеют руки, как тепло разливается по всему телу. Напряжение. Расслабились. Да. И постояли, почувствовали. Вот так, если рука расслаблена, вот она должна упасть. Совершенно свободно и спокойно. Напряглись. Расслабились. Напряглись. Расслабились. А теперь хлопочек и принимаем абсолютно любую позу. Хлопочек, меняем позу. Хлопочек, меняем позу, да? Помним, что позу принимаю по максимуму, да, максимальная амплитуда. Не полужесты, а полностью импульс. Дайте выход своему импульсу. Поза. И замерли. И замерли, и не движемся. Молодцы, хорошо. Поза. И замерли. Поза. И замерли. Фонтаны. Да. Плавные движения. Контрастность мне нужна еще медленнее. Вдруг пространство, как в желе, как будто вы двигаетесь. Да, совершенно другое пространство. Другая совершенно среда. Попробуй с зеркалом. Медленно. Что отличает актера от обыкновенного человека? Но прежде всего то, что актер чувствует себя совершенно свободно, естественно и органично в любой ситуации. А разве человеку другой профессии это не нужно? Конечно же, нужно. И вот актерское мастерство воспитывает в человеке такие элементы, которые позволяют ему добиться уверенности в любых ситуациях и, как следствие, добиться успеха в любой профессии. Не случайно говорят, что актерская профессия – единственная профессия на свете, которая позволяет человеку расти не только как профессионалу, но и как гармонически развитой личности.